Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Мне очень приятно в городе Санкт-Петербург провести презентацию нового альбома «Ветер в голове» и новой концертной программы. Это город, в котором впервые мне когда-то были предоставлены подмостки для моего выступления. Здесь город, в котором живут мои друзья, которых я очень люблю. Поэтому я считаю, что вообще выступаю перед своими друзьями. Так вот, давайте попробуем с вами сегодня побыть вместе, как старые добрые друзья. Как зомби целует крестьянку в засос. Крестьянка стучит каблучками по полу на радость окрестным жильцам. Жильцы допивают коньяк с кока-колой и кушают мясо тунца. Тунец был убит рыбаком из Алжира и продан ливийским купцам. Друг до Каира, фреоном залив слегонца. Концертный заводчик Алибансия, подпольный троцкист радикал, отдал все консервы мятежной России, а сам воевать ускакал. Он храбро сражался с отрядом хасидов на склонах голландских высот. Голландцы, шмаля косичками всех видов, все думали, чья же возьмет. Взяла, как известно, стажерка Ильинских, устроив моральный скандал. А в это же время на Малой Люблинской народец тунца доедал. Вот так и случайных нелепых моментов создатель творит полотно, которые мы видим всего лишь фрагменты, и большего нам не дано. Парижи, скорее сосиски, родная, и прыгай с разбегу в кровать. Проснемся ли завтра, и Богу не знаю. Так что же нам время терять? Так что же нам время терять?